Приветище! Наконец-то мы в космосе! Да капец, добрались, да? Короче, очень много было комментариев о том, чтобы я поиграл в Among Us. И вот, пожалуйста, вот этот вот жирный оранжевый, это чувачок, походу, я лечу. Хотя не факт, может быть и желтый, может быть и красный. Короче, это подобие мафии. Если ты не знаешь, что такое мафия, то я тебе сейчас расскажу, что такое Among Us. Мой ник это Кискин Сыр, не спрашивай почему, потому что я шеф-повар, ты сейчас это увидишь. Итак, находим игру Dark Raven. Ну давай сюда прыгнем. Короче, мы члены экипажа корабля. Экипаж состоит из 10 человек. И вот сейчас мы начнем игру. И среди нас будет один предатель. Сейчас вот мы узнаем. Может быть, даже этим предателем буду я. Нет, я член экипажа. Ух ты, смотри, обнаружено два предателя. Среди нас два предателя. Господи, нужно их найти. По-любому это хомяк. Я знаю, что это хомяк, а может не хомяк. Короче, вот я шеф-повар. Но я нифига не шеф-повар. Я буду сейчас бегать и выполнять задания. Смотри. Вот это наша карта. У меня здесь есть восклицательные знаки. Вот, например, в оружейке мне нужно сделать задание. Сейчас мы выполним. Что это за задание? А, просто перекачать данные из папки оружия в папку мой планшет. Вот мы сейчас это все перекачиваем. Для чего это нужно? Это нужно, чтобы наш космический корабль прилетел куда нам нужно. Смотри-ка, свет отключили. Ах вы негодяи. Когда свет отрубает, обзорность у нас теряется. Хомяк что тут делает? Надо за ним следить. Стрянный тип, очень стрянный. Так, бежим дальше. Короче, вот эти два бандита, вот эти два прокаженных могут делать также саботажи. Что такое саботаж? Например, они забегают, даже не забегают, у них есть компьютер такой наручный, они просто тыкают по нему вот так вот, как я. Например, опа, трупак нашли. Дискуссия. Сейчас будем выяснять, чё кого, где и как. Это был белый. Электрощитовая. Отличное выяснение обстоятельств, что и как, и почему, и где кого убили. Шерлок Холмс, наверное, смеется где-нибудь в уголке. Белый в люк свалил. Труп. А где труп-то был? О, боюсь, таким экипажем мы далеко в космос-то не улетим. Боюсь, нас перебьют потихонечку всех. Гоу белого. Да, давайте белого. Ну что ж, у нас осталось 11 секунд, чтобы проголосовать. И, пожалуй, я тоже проголосую за белого. Нужно же с чего-то начинать, правильно? Так что примкну к остальным. Надеюсь, это был бандит. У нас двое уже откинулось. Так, Адам покинул игру. Мистер Сас оказался одним из предателей. Ух ты, нифига себе, мы сразу же первого предателя нашли. Крутяк! Ну, значит, хомяк точно еще один предатель. Вот, короче, наша задача на этом космическом корабле долететь благополучно, куда нам нужно, выполняя все задания. Если мы все задания не выполним, то мы, соответственно, благополучно никуда не долетим. Это же очевидно, да? Ну и нас, естественно, всех порешают тут. Вот. Вот это задание сейчас выполним. Электричество перенаправить. Перенаправили задание, выполнили, отлично. В общем, что такое саботаж? Ну, грубо говоря, это поднасрать экипажу. Вообще, зачем я тебе все это объясняю? Ты уже давно эту игру смотрел и все знаешь, лучше меня. Но если вдруг кто не в курсе, то предатель смотрит на карту и думает, где бы устроить саботаж? Ну, то есть что-нибудь сломать. Например, О2, смотри, вот есть у нас отсек, отвечающий за кислород. Давай-ка мы его сломаем. И все. Они ломают. У экипажа происходит паника. Они начинают носиться, бежать. Кто-то как раз кнопку нажал. Кажется, у кого-то закрались подозрения. Шерлок Холмс просыпается. Давай посмотрим. Кто нажал на кнопку, я имею в виду. Надо было написать, кто нажал на кнопку. И зачем? Да, 100-500 ответов мне накидали. Угу. А чё, уже весь экипаж перебили? Я один остался, что ли? Я вызвал. Так, становится интереснее. Полгода не прошло, как мне ответили. Что такое? Зачем нажал? Ну вот, время на голосование подходит к концу. Я пообщался сам с собой. Ёшки-матрёшки, нас осталось 4 человека из экипажа. И двое, а нет, один из них. Это предатель. Подозрение на фиолетового. Голосование закончилось, а желтый только об этом пишет. Но, тем не менее, мы не успели проголосовать, и принято решение пропустить голосование. Вот так-то. Один предатель до сих пор среди нас. Так. У меня еще осталось два задания очистить отсек О2. Вот туда-то мы сейчас и побежим. Очистить отсек О2. Вот. Короче, вернемся к саботажу. Очищаем. Эти бандиты могут... Да что такое? О, сектор Клин на барабане. Вечно я чем-то отвлекаюсь. Короче, про бандитов. Они заходят в свой планшет, нажимают кнопочку на отсек О2 и при помощи хакерских своих способностей ломают отсек О2. И мы в панике бежим его чинить.
Ну и, соответственно, забывая про свои задания. Вот. Ну ты понял, надеюсь, что такое саботаж. Я, конечно, мастерски объяснил. Чё мне еще нужно починить? Хранилище. Наверное, здесь тоже мусор надо скинуть. Поражение. Печаль, обида, слезы, прочь. Я проиграл, и экипаж весь сдох. Ну, в принципе, это было очевидно. Ну, как говорится, первая попыточка всегда спускается в унитаз. Ну, а нас попыточка номер два. Тишина. И я в составе экипажа. Я не предатель. Предатель у нас снова два. Мы кошевары, мы не плотники. Пойду сварю-ка я себе два яйца. Сейчас разбежался я яйца варить. Так, значит. Бежи. Опа. Кто-то устроил саботаж. Утечка кислорода. Ага, бежим туда. Сейчас будем устранять утечку. Если мы это не сделаем, то мы все тут с тобой передохнем. Все с тобой. То есть мы с тобой вдвоем. Так, значит, вот это вот нажимаем. Листву убираем. Быстренько, быстренько, быстренько засасываем. Загрязнились фильтры кислорода. Это вот, между прочим, бандюканы сделали. Специально. Кто-то нажал красную кнопку, это означает, что есть подозрение. Кто-то... Двое у нас, смотри, Миша, Даст и Нагмил отвалились. Кто? Зеленый труп. Где? У столовки. Это коричневый, я его спалил. Ну, тут уже пооживленнее. Ништяк, минус два, юху! Может быть, белый? Он так радуется, что минус два. Люди, а как прыгнуть в люк, как фиолетовый? Я вычислил его по IP. Значит, голосуем за фиолетового. Вот так вот. Все, мы проголосовали. И смотрим. Сейчас Сент Нюца выкинут. Интересно, почему? Почему его выкинули? Потому что он коричневый? Сент Нюц не был предателем. Ну вот, мы потеряли еще одного члена экипажа. Вот такие дела. Ну что ж, продолжаем нашу эпопею выживания на корабле. Словно чужой... О, опять саботаж. Устроили взрыв в реакторе. Бежим туда. Почему-то яичница бежит за мной. Смотри, гопник, гопник вылез. Я знаю, что это гопник. Гопник вылез, тут есть? Есть? А, нет, тут нету. Я думал, тут был люк, и он вылез из люка. А там просто было задание. Все понятно. Так, 13 секунд, 13 секунд. И реактор бомбанет. Реактор сейчас может бомбануть. Прикладываем ручку. Все, мы успели. Фух, слава богу. Тут у нас, кстати, задание. А вот и первое сложное задание. Надо сыграть в эту игру долбанную и не обосраться. Не буду болтать, это меня сбивает. Какая отличная мелодия получается. Да блин, я раньше времени просто нажимаю, поэтому сбивается. Капец. Я уже хочу закончить эту миссию, все никак. Меня сейчас там кто-нибудь грохнет, какой-нибудь дед. Вот смотри, я как знал, что он мне свернул шею. Вот я чувствовал. Пацаны, посмотри. И он свалил этот, в люк. Скотина, а. Ну я, конечно, сам опрофанился, сам. Очень долго ковырялся с заданием. Давай посмотрим, как будет расследование идти. В реакторе. Где? Возле. Отличный диалог. Убили Розового. Я разве Розовый был, да? Ну ладно. У реактора. И мы знаем, кто убил. Это был дед. На моих глазах убили. Предположение. Конечно же, я не могу уже ничего написать, потому что я там где-то витаю в воздухе. Я призрак. Но, тем не менее, это не мешает мне выполнить задание, чтобы наш экипаж благополучно долетел, куда ему нужно. Я не успел репорт сделать. Экипаж проголосовал за Фиолетова, но, к сожалению, это не предатель. А жаль. Don't Watch не был предателем. Два предателя еще осталось. И мы, к сожалению, проиграли. Дед и Сокол были предателями, и они выиграли. Они захватили наш экипаж. Печалька. Ну а давай попробуем еще раз сыграть. Итак, теперь я коричневый. В принципе, как это было и ожидаемо. Коричневый повар. Сейчас мы посмотрим, буду ли я членом экипажа или предателем. Ага. Среди нашего члена экипажа обнаружен один предатель. Ну что ж, хорошо, давай посмотрим, какие задания я должен выполнить. Нифига себе, как много заданий! Я же заколебусь их хотеть делать. Так, значит, вот тут что-то надо будет нажать. Листочки сдуть. Отлично, задание выполнено. Кто-то свет вырубил. И перекачать файлики. Из папки кафетерия в папку мой планшет. Ну хорошо. Все перекачали, отлично. Mission complete. Идем дальше. Короче, чем быстрее мы выполним задание, не я один, а вся команда выполнит быстрее задание, у каждого человека свое задание, тем быстрее корабль долетит туда, куда ему нужно. Вот. Ну и, соответственно, мы победим.
А задача этих бандитов сделать так, чтобы мы эти задания не сделали и не долетели, как ты уже понял. Так, в комнате связи никого нет. Вот сюда мне нужно в рубку зайти. Или что это? Это не рубка, это хранилище. В хранилище мне нужно сделать вот это вот. Что? Опять мусор убрать. Отличненько, задание выполнено. Выкинули в космос все это фуфло. Идем теперь в кабину управления. Что мы тут можем посмотреть? Мы можем посмотреть всех членов экипажа, где они находятся, в какой комнате. Это интересно. Здесь нам нужно что-то починить. А именно, взять нашу карточку и провести ее вот так вот аккуратненько. Задание выполнено. Опа! Первый мертвяк! Трупачоночек. И кто же это? Это был Даниил, а Ярик у нас свалил. Где? Кто? Даню вальнули. Что думаем? Я в лаборатории. А где его вальнули? А где Даньку-то вальнули? Ребят, я был в столовой. Кто со мной? У меня анимка есть. Что такое анимка? Их знает. Я чинил провода, по-моему. По-моему. Он думает, что чинил провода, но это не точно. Да. Ну, я был вроде один. Пропустим пока это голосование. У кого какие доказательства есть? Короче, голосование это пропускаем, потому что ни шиша непонятно. Итак, результатом голосования принято решение пропустить голосование. Вот так-то. Один предатель среди нас. А кто-нибудь включит свет, а? Пожалуйста. Идем, значит, с тобой в медкабинет. Сейчас будем... А, нет, не в медкабинет. Но хотя мне в медкабинет тоже нужно, чтобы просканировать. Смотри, у нас тут очередь. Можно еще в компе что-то сделать. Нажмите, чтобы начать. Давай нажмем. Заполним пробирки. Это лекарство от ковида я сделал. Теперь нам нужно подождать и просканировать. Красные, ну отойди, дай мне тоже посканиться. Пожалуйста. Да сколько народу ты набежал, а? Капец капецкий. Во, наконец-то. BROP8. Сканирование закончится через 3, 2, 1, 0. Я здоров. Так что могу продолжать работу. Зеленого мочканули. Скорпиона. Кто бы это мог быть? Где вальнули? Давайте колить. Я только провода чинил. Желтый до сих пор провода чинит? Подозрительно. Где же пруфы? Труп в электрике находится. 100%, короче, это был желтый. Нет, это синий. Может, желтого? Он до сих пор провода чинит с прошлого раза. И желтый нам говорит, за кого? И синий отвечает, это или черный, или розовый. А черный говорит, это ты. А розовый говорит, он чекался передо мной. Кто чекался, черный или желтый? Выкидываешь без причины. Не, желтый анимку делал. Все понятно. Так, ну чё, тогда... Да, ну давай за черного проголосуем, чё. Желтого не будем трогать. Итак, гоу розового. Это черный. Короче, либо сейчас за розового проголосуют, либо за черного. Кто-то из них двух вылетит. Господи, у розового ник Наруто. Его сейчас могут выкинуть. Ты прикинь, мы лишимся Наруто, а кто же будет Саска спасать? Так, да, черного выкидываем. Угу, походу так. Ну, сейчас посмотрим. Кто ты, черный? Саски? А, нет, мы Саски выкинули. Оказался предателем, и он был предателем, ты прикинь. Мы выиграли, мы выжили. Отлично. Наруто победил. И кто в теме, тот поймет. Итак, теперь я выступаю в роли предателя. Мы поменялись. Хо-хо-хо-хо. Отлично. Будем вырезать. Вырезать челиком. А вот эта надпись я не понимаю. Red, красный равно импостер. Ладно, разберемся. Так, первого сейчас жбахнем. Вот так вот. И отсюда быстренько убираемся. Опачки. В канализацию. Посмотрим тут. Нифига себе, вот это я успел улететь, так успел. Надеюсь, меня не спалили. Так, смотрим, кто это. Кто? Где? Кто нашел-то его, интересно. Кто сейчас напишет, что мы были в этом. А где мы были-то, ё-моё? Как эта штука называется? В электричке, где провода. Желтый писал про провода, теперь я пишу про провода. Я нашел труп возле электричества. Коричневый нашел, понятно. Короче, ладно. Мы сделаем вид, что мы пропустим. Мы скипаем. Итак, путем голосования принято решение пропустить голосование. Вот так-то. Один предатель среди нас, и мы знаем, кто это. Будем мочить.
вот этого рогача. А, 23 секунды, убивалка у меня перезаряжается, я так сразу не могу. Давай-ка мы устроим, наверное, саботаж. Саботаж, а где? В охране, может быть, нет? В этом. Так, красный меня запалил, может быть. Может быть, мы его сейчас мочканем? Сейчас он куда-то бежит, он куда-то бежит. Бежит кнопки, наверное. И сейчас я его мочкану. Опа, вот так вот мочканул, и не добежал. И валим отсюда. Валим куда? А вот сюда, наверное. Вот так вот. И делаем, знаешь что, саботаж. Где... Да что ж такое-то? Вылези ты из этой клетки. Вылези! Вот так вот. Я еще не привык с управлением. Кочка Ома. Меня, походу, впалил. Опа, трупак. Типа я нашел трупак. Сделаем так. Надеюсь, кочка Ома меня не запалит. Напишем, что у столовки зеленый был один. Итак, мы пропускаем еще одно голосование. Не смогли мы найти и отыскать предателя. Рогача я вовремя мочканул. Я был уверен, что он бежит нажимать красную кнопку. И это не очень круто. Так, можем замутить саботаж. Давай мы это и сделаем. Саботаж в реакторе замутим. Вот так вот. Вот здесь саботаж. Так, сейчас все должны бежать к реактору. И мы тоже туда бежим. Чтоб не отвлекаться. Итак, одна секунда, и перезаряжалка закончилась с убийством. Отлично. Тут уже все сделали в реакторе. Попробуем докопаться до лука. А нет, вон там вот Фикс Ей бежит за нами. Фикс Ей бежит за нами. А мы сделаем вид, что мы бежим дальше. Так, типа, знаешь, мы вот тут вот в связи что-то чиним. Вот так вот. Тут вот в наушниках ковыряемся. Телек смотрим. У нас тут куча заданий. Бла-бла-бла, лобода. Так, вернемся сюда. Что это у нас тут за комната? Посмотрим, где у нас кто. В управлении я стою. В щитах кто-то находится. В электричестве, в хранилище кто-то. В столовой до сих пор кто-то тусит. Походу, это игрок, который завис. И он ничего не делает. Где ты, мой милый? Я его не вижу. Я видел, что кто-то был в столовке, но никого нету. Странно. Пойдем, короче, зайдем в комнату охраны. Посмотрим, палит ли кто-нибудь камеры. Да, кто-то палит камеры, смотри-ка. Я тоже хочу камеру попалить. Ладно, не будем долго палить. Смотри, зеленая шкала заполняется. Это означает, что ребята скоро закончат выполнять все свои задания. Поэтому устроим саботаж в О2. Типа у нас проблемы с кислородом. Тут никого нету? Нет, никого нету. Ребятульки, ну где же вы? Опа! Мочканули одного. И сваливаем в люк. Нас тут нету. Нас тут не было. Опа, в люк. И вот сюда, в медпункт. А вот и трупачок обнаружили. Саботаж сработал как нужно. Я буду молчать. Я не буду ничего писать. И снова голосование не смогло определить, кто же у нас убийца. Хо-хо-хо. Осталось 4 человека. Не считай меня. Что ж, пойдем. Посмотрим, что будут делать эти ребятульки. Конечно же, будем следить за ними по камерам. Кто-нибудь куда не бежит? А никто никуда не бежит. Все тусят на кухне, походу. Пойдем в комнату управления. Позыркаем там. А вот и нашей комнате управления. Давай посмотрим здесь. Так, в управлении я стою, в столовой один человек, охрана один человек. Пойдем в охране мочканем, может быть, его, а? Это будет вообще прикол. Охранника завалить. Охрана. Охрана. Опа. И убегаем вот сюда в люк. И сидим. И смотрим, чего, где, кого. Давай устроим саботаж. Саботаж О2. Все бежим туда. Бежим, бежим, бежим. Туда, 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 туда. Thank you.
Так, тут Лук все сделал. Ага, красавчик. Смотри, зеленая полоса почти закончилась. А это означает, что... Опа, тело нашли. Давай-ка рискнем и напишем первыми. Где? Там, где камера. Эх, Лук, Лучок. Можно написать, что это Лук виноват, а? Кто выбегал оттуда? И сейчас надо написать, наверное, Лук. Да не, не прокатит так. Они же все вместе бегали пачкой. Они следили друг за другом. Хызы, мы зелёным вниз бежали, а камерам фиолетовый бежал. Ага. Блин, а чё, ага-то, фиолетовый, это же я, ё-макарёк. Ну да, я бежал, типа, чтобы камеры посмотреть. Да в смысле ты думал, что то это фиолетовый? Ты меньше думай, Лук. Ты вообще на грядке вырос. Откуда у тебя мозги, блин? Как? Как я мог его убить, если я туда бежал? К этим камерам. Ну, типа, логично же, да? И саботаж устранял с вами, между прочим. Действительно, я же к ним подбегал. Чё, как? Фиксей, блин. Походу, я спалился конкретно. Я бежал к камерам, вот чё, как. Вот это я налажал. Прохерился я конкретно, короче. Гороху напустил. Чё за смайлик, чё это такое? Типа, меня выкинут в космос? Не, пацаны, не шутите так. Ты позже всех прибежал. Вот шишки-мартышки. Итак, обстановочка накаляется, походу меня спалили. Чему я радуюсь, Шиш его знает. Пацаны голосовать уже начали. За меня проголосовали. А я проголосую за зеленого. Итак, смотрим, кого же вышвырнули, а вышвырнули меня. Кейскин Цир оказался предателем. Ну вот, в принципе, и все. Вот так вот выглядит эта игра. С одной и с другой стороны. Экипаж выиграл, я проиграл. Если ты хочешь увидеть больше этой игры на моем канале, то с тебя лайк и подписочка, если ты еще не подписан. А на этом все. Пока. Увидимся в следующем видео.